Снова всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу прочесть новое свое стихотворение, называется «Мудрость жизни». Учение – свет, а не учение – тьма. Бесспорно, эта истина верна. А мир, меняясь, нам новизну несет, и новые потоки информации наш замедляют ход. Помните, еще недавно, раскрыв глаза, мы удивлялись. О, первый трактор, первый самолет. И вот, друзья, век нанотехнологии идет. Но спорить с аксакалами нельзя. Учение свет, а не учение тьма. Еще младенцами учились говорить, плохое от хорошего учились отделить, смеялись, плача, и плакали, смеясь. Жизнь такова, всю жизнь учись, учась. И вот идем мы в школу, и без нее нельзя читать и писать, считать и рисовать. Где дом родной, чтобы мы на карте умели показать? Цветы, животные на суше и в воде. Какая птица дома и та, которая в лесу на дереве поет? Вот сколько информации она дает. И как итог, нам школа будущего фундамент создает. И вот уж юность зрелая шагает с грузом по стране. Ждут их школы высшие, специальности их выбор ждет. Кто-то математиком, а кто-то и врачом, кто-то инженером, кто-то на завод пойдет, кто-то станет менеджером, политиком и... Стоп! Можно до бесконечности все перечислять, а вот с правдой не поспоришь. Учись, чтоб умным стать! Но честно, став умнее, мудрее нам не быть. А чтобы быть мудрее, нужно жизнь сполна прожить. Может быть, есть выход это изменить. Наверное, нам нужно все осмыслить, оценить, остановиться в бурной жизни и здраво рассудить. Забыли мы, люди, стремясь в своем пути, в потоке информации и жизни кутерьмы, средь сонма мыслей, идей и множества страстей, кто рядом с нами, кто умных нас мудрей? То наши аксакалы, то наши старики, которым за советом не грех бы нам пойти. Кто в жизни не откажет, кто мудрый даст совет, да просто опытом своим поможет и подскажет. Всего лишь нужно нам им чаще подходить. Когда-то мы также станем стариками. Наверное, и мудрость к нам придет. Вот как исправить то, что уже не исправишь, а можно было бы просто выслушать совет. Ох, верно как, мудрость лишь с годами. Быть может, можно ей помолодеть. Давайте просто чаще, не стесняясь, любимых наших мудрецов совет просить. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте комментарии, нравится или не нравится. Это дает мне силы, чтобы лучше что-то делать. С любым комментарием, хороший он или плохой. Мне просто это нравится, и я хочу, чтобы это нравилось, и, возможно, приносило кому-то пользу. Кто-то вот сейчас, в данный момент, пошел и, не совершив ошибку, спросил у своего родного мудреца совет. Всем спасибо, до новых встреч!